идет игра. Игра идет игра. Игра, игра, идет игра, игра, идет игра, не на живот, а на смерть. Идет игра, судьба ко всем, не может быть добра. Ты проиграл, горе тебе, горе тебе. Ступай на паперть. Игра, идет игра. Игра, идет игра. Игра, игра, идет игра, игра, кому несчастье, а кому наживо, идет игра, и на сукне растет наклон гора, игра, и кровь кипит, кто загребет, кто загребет, и стынет жила. Игра, идет игра, игра, идет игра. Игра идет игра, игра идет игра, игра, игра идет игра, игра, и все на свете в этом идет игра, идет игра, идет игра, 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 и дай ей Бог, Боже спаси, Боже спаси, не быть убитой. Игра идет игра. Игра идет игра. Игра идет игра. Игра идет игра. Прикажете сделать расчетец? За вами 3000 рублей. Прекрасно. Предложите записать их на меня. Совершенно невозможно, любезнейший. Нам деньги очень нужны. Прикажете получить? Что вам за крайняя нужда? Наконец, завтра вечером я готов против вас понтировать. Завтра вечером совершенно невозможно. Зван на бал к 8 к Муромским. Кто они такие? О, Петр Константинович Муромских. Весьма больших достоинств человек. 1500 душ в Ярославской губернии. 1500 душ? Так это же 1,5 миллиона рублей. Играет? Не-не-не. Его нужда в Москву привела. Что еще за нужда? У него дочь на выданье. Так что через 2 дня ожидаем расчетец. Наше почтение. 1,5 миллиона. Дочь на выданье. Должно быть, уродка. Нуль какой-то, репа паренная. А, плевать!
немного лести, любовный вздор, подарки тестью, смиренный взор, досуг за чаем, стишки в альбом, а там венчание, а после... Зажать и смять ее в комок, чтоб даже писку я не слышал. Заставлю выучить урок, что я царя и бога выше. Ей так назначено судьбой быть дома тенью бессловесной. Не то узнает, но раб мой, вобью в нее привычку быть моей рабой. Поставили верном. Про вашу суетню я разумею, что вовсе вы рехнулись умом. Всей дури у людей не переймете, извольте уничтожить этот звон. Да что опять вы, сударь мой, орете? Звонки такие сделал весь помог. Вам только бы по моде форты бачить, несется в дом любая чепуха. В Москве, мой сударь, жить нельзя иначе, коль ищем вашей дочке жениха. Найдете ли? А ищем, сударь, ищем. Балы даете? Что же не давать? Вот вы меня и сделаете нищим, а дочь весь век невеста будет куковать. Ружье подставить, это дом
Матушка, изволь эти звонки убрать. Воля ваша, но во всех домах так. Да я не хочу и только. А что это у вас за вечевой колокол? Вечевой? Как это вечевой? Да громогласный какой-то. Это правда, батюшка, громовой. Нам его немец. Да знаю, знаю. Он замечательный колокольчик, только я бы его на лестнице повесил. Прослышал о ваших достоинствах, взял на себя смелость лично представиться. Михаил Васильевич Кричинский. Ведя в Москве уединенный образ жизни, рад познакомиться со своим братом-помещиком. А, так у вас имение? Имение. В Симбирске. Доброе утро. Доброе утро, доченька. Лидочка. Сударыня, ваше появление подобно восходу солнца. Михаил Васильевич Кричинский. Право, господин Кричинский, вы меня смутили. Можно ли так льстить? Господин Кричинский, сделайте одолжение к нам вечером на бал. Благодарю. Нет, вы обещаете. Буду непременно. Шарман. Честь имею. Шарман. Значит, балы, сударыня, будете давать? Опять берется свора тараторок, хлыщей прознашатаек побродяг. Когда вам этот сброд никчемный дорог, мы с вами не столкуемся никак. Вы к местному бонтону непривычны, но кое-что про свет должны понять. У света знаю я один обычай: а пить, объесть, да вас же насмех и поднять. Вам за холости бы только забиться, пить на болоте недвижной колоды. Знайте же, сударь, что в мире делиться, замуж никак не отдашь без расходов. Так что, отец мой, больно вам беситься, пусть вас по-прежнему скаридный сгложит. Нынешний бал все равно засорится, нынешний бал отменится не Петровна, это же вальс происходит в постоянном верчении, что серьезному человеку идет против натуры. Вот мазурку, мазурку я отлично танцую. А, мазурку я господину Кричинскому обещала. Он танцует так ловко и очень смешит между танцами. Не пристало серьезному человеку смешить всякими пустяками. Вот я никогда никого не смешу. И в этом вы преуспели. Лидия Петровна, я решительно не могу быть от вас вдалеке. Окажите мне честь станцевать со мною гавот. Маэстро, гавот! Верьте, на Москве не бывало бала чудного такого и прекрасного. И на нем царицей вам бы пристало покорять красою и властво. Нынешний бал собой закрыл все, что на нашей памяти. Право, Кричинский очень мил, вы отрицать не станете. Я не нахожу от досады места, но и отступать теперь нельзя никак. Хочу терять я свою невесту, как же сокрушить мне соперника? Был я военным неспроста, миг для удара выберу. Я из Вороньего
глазах еще останешься. И я еще поставлю тебе подножку, то-то на полу ты растянешься. Нынешний бал с собой закрыл все, что на нашей памяти. Браво, Кричинский, очень мил, вы отрицать не станете. Михаил Васильевич, ну как? Ах, Шарман, Шарман Анна Антоновна, ваш дом – прекрасный дом. Но одного не хватает в нем. Мужчины. Я и сама так думаю. Михаил Васильевич, мазурка! Да-да, мазурка! Будь преисполнен ты чувств благородных. Женщине, женщине, это ничто. Если ж мазурку ты пляшешь свободно, пошлость любая простится за то. Если ж мазуркой пляшешь свободно, пошлость любая простится за то. Честностью, если ты всюду известен, женщине, женщине, это не в честь. Ты очаровывай женщину лестью и рассмеши ее, чем ни наесть. Ты очаровывай женщину лестью и рассмеши ее, чем ни наесть. Если любовь твоя век неизменна, женщина, женщина, если ж мазурку ты пляшешь отменно, женщина будет в тебя влюблена. Если любовь твоя век неизменна, женщина, женщина, к ней холодна. Если ж мазурку ты пляшешь отменно, женщина будет в тебя влюблена. Женщина будет в тебя. Какой великолепный бриллиант! Я знаю толк в камнях, но такого не видел. Однако оправлен он дурным ювелиром. Эта оправа подавляет блеск камня и не дает ему играть. Я бы сделал по-другому. Так сделайте. Папенька в долгу не останется. Как? Вы мне доверяете такую дорогую вещь? Вы же человек чести, Михаил Васильевич. Ну что же, постараюсь грязь лицом не ударить. Нынче хлеб и соль, так что жалеть шинелишку, с нее бы дома съела моль, а здесь получишь денежку. Отец родной, тебе спасибо. Колечко обручальное, оно о верности твердит.
эта вещь печальная. Отец родной, тебе спасение, не обмани, несем последнее. А ты в долги большие влез, душа велика, русская. Зачем тебе нательный крест? Крест! Когда твой Бог Смирновская. Не плачь, старик, что ты не спас. Часы отцовы древние, что зря смотреть который час. Умрешь как раз ко времени. Михаил Васильевич, все ли в добром? Деньги нужны. А ну-ка пошли все вон отсюда. Отец родной, тебе спасение, обмани, несем последнее, обмани, несем последнее. Михаил Васильевич, деньги нужны. Деньги нужны. Кому сейчас, Михаил Васильевич, деньги не нужны? Я пришел занять 10 тысяч. 10 тысяч? Да лопни мои глаза, если у меня есть такие деньги. А под залог? Ну, где сейчас взять такие залоги, чтобы под них давать целое состояние? А вот это... вещица. Сколько стоит? Сколько она стоит? Да ничего она не стоит. Я могу занять 1000 две, исключительно из уважения к вам. Нашел дурака, подавай назад. Ну, вы не серьезный человек, Михаил Васильевич. Ну, предложите мне 8, я дам вам 6. Черт с собой. Согласен. По рукам? По рукам, давай деньги. Только в обмен на вещицу, Михаил Васильевич. Держи. И учти, долго она у тебя не останется. Скоро за ней приду. Ладно, ладно. Как вам будет угодно, Михаил Васильевич. Бедный грош. Честности цена. Всюду ложь золотом красна. Каждый нож держит за спиной. Среди волков живешь, значит, помалчивай. Страдания униженным созданием безжалостно растоптано все, что было свято, безжалостно растоптано все.
все, что было свято. Деньги, деньги, как воздух. Деньги, деньги, как воздух. Деньги, деньги, как воздух. Деньги, деньги, как воздух. Удивительный. Правда, тетенька, удивительный.
ступай, доченька, я с отцом поговорю. Вот вам и московское жилье. Что такое? Да вот что, по головкому 7000 недоимки. Господи, у вас одно на уме, а дочери-то в девках сидеть? Делать нечего, сидеть. Не за козла же выдавать. Это Михаил Васильевич козел, что ли? Что такое? Не сватовство ли какое? А что, чем Лида ему не невеста? Человек он светский, приличный, знакомство обширное. Вот вы с ним и целуйтесь. Как вам не стыдно? У вас дочь невеста. Я 20 лет знаю, что у меня дочь. Да Лидочка за него и не пойдет. А если пойдет, что скажете? Надо узнать, кто он, какое состояние имеет. Состояние? Своего вам мало. Главное, чтобы человек был хорошим. Вот-вот. А что за человек мы слышали? По клубам шатается, да должишки имеет. А, должишки. У кого их нет должишек-то? А кто в долгу, тот мне не зять. Да что это такое? Да что вы и такое? Злодей, что ли? Это я злодей? Вы! Ан вы? Ан вы, сударь! Нет уж вы! Ан вы! Что это вы меня пальцем тычете там? Твой это, маменька, что? Ты чего, дружочек? Мы тут с теткой поговорили. Поговорили? Кто это тут дружочек-то? Расскажите своему дружочку, что вы сейчас тут говорили? Что вы, сударь, стихли? Я не стих. А что вы, сударь, стали? Я не стал! Стали, стали! Вот я спрошу. Скажи мне, Лидочка, пойдешь ли ты замуж против воли моей? Я? Папенька? Нет, нет, никогда. Тетенька, пойду в монастырь. Мне там лучше будет. Лидочка! Холод тут у вас собачий. О, почивать изволят. А ну, вставай, вставай, великий труженик. О, а я сон видел. Какой сон? Расплюем, расплюем, послушай. Ты знаешь, что такое шерше-ля-пам? Не совсем. Полно. Шершеля вам означает ищите женщину. Что за умницы французы? На любой случай совет имеют. Когда наскучит вам покой, когда богатство лишним станет, и от свободы золотой вас в рабство вечное потянет, когда придет причуда вам, что мало в жизни вам обузы, тогда советуют французы шершеляфам. Шершеляфам, шершеляфам, шершеляфам. Правда, страдания все и беды все у нас от женщин. Если хочешь терять покой и жизнь губить, тогда шершеляфам. Но если пуст карман у вас, но если пуст карман у вас, и под ногами нет опоры, когда опоры нету, и что ни день, и что ни час, и что ни день, и что ни час, вам докучают кредиторы. Когда уже не страшны вам, когда уже не страшны вам все муки брачного союза, когда не страшны муки, тогда советуют французы, когда французы говорят шершеляфам, 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 шершеляфам.
Шершеля, фом, Шершеля, фом, Шершеля, фом. Ваша правда в тяжелый час, надежда вся у нас на женщин. Если в двери стучит беда, стучит нужда, тогда Шершеля вам. Тогда советуют французы, тогда французы говорят, Шершеля фон, Шершеля фон, Шершеля фон, Шершеля фон, Шершеля фон, Шершеля фон. Ваша правда, Шершеля фон. Значит, клюнула. Клюет, расплюем. Клюет. Через неделю делаю предложение, а пока деньги нужны, как воздух. Большая игра предстоит, а там, глядишь, отвалю тебе 10 000. Значит, сон мой в руку! Вижу, сижу я в ресторане, заказал ухи, расстегаев 2. Поросенка! Чтобы он на себе пил, доел, и буду мять его бока за все, что я претерпел. Куплю орловских рысаков и помчу по Москве с ветерком, а ведь я буду дураков по делам, не живи бедняком. Земля разогудит, как цыган, кабинет я возьму. А если кто не угодит, сейчас пороже ему. Когда в кармане денег тьма, тогда полно и благ. Тогда не надо вода ума. Здоровый был кулак. Или 3, я всегда при деньгах. Чуть что скажу любому, цыть, меня полицмейстер долга. И жить мы будем припевать, сытно есть, вкусно пить, мягко спать. Сам дьявол будет нам не враг, когда я стану богат. Thank you.
Только вас люблю.
игра, идет игра. Игра, идет игра. Игра, игра, идет игра, игра, идет игра, не наш живот, а наш смерть. Идет игра, судьба ко всем не может быть добра. Ты проиграл. Горе тебе, горе тебе. Ступай на паперть. Игра, идет игра. Игра, идет игра. Игра, игра, идет игра, игра. Кому несчастье, а кому нажива. Идет игра, и на сукне растет поклон гора. Игра, и кровь кипит, кто загремет, кто загремет. И стынет в жилах. Игра, идет игра. Игра, идет игра. Игра. Игра, идет игра. Игра, игра, идет игра. Игра, и все на свете в этот идет, миг забыло. Идет игра, а там и все, что ты имел вчера. Игра. И дай ей Бог. Боже, спаси, Боже, спаси. Не быть убитой. Игра, идет игра. Игра, идет игра. Игра, идет игра. Игра, идет игра. Кто загребет, а? Кто загребет? 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 Шершеля в пан, Шершеля.